Привет и добро пожаловать в игрушечку под названием Dark Sector. Это шутанчик от третьего лица с элементом сурвайвала и хоррора. Если я правильно помню, вышла она когда-то очень давненько, поэтому на графику особо не обращайте внимания, но игрушечка очень стоит нашего внимания, и она про то, что... Найти и убить главного злодея, да как обычно, в принципе, поэтому давайте не будем тянуть. И начнем новую игру. Ластрия, СССР, 1987 год, операция по спасению. Не обращайте внимания на то, что там говорили, то, что по поводу сохраненной игры, это я просто проверял разрешение монитора, экрана и так далее. Ну и как она играется вообще, и вообще, в принципе... Работоспособность, так сказать. Блин, я еще забыл кое-какое действие сделать. Сейчас мы сделаем это. Ну, после заставочки. Ну, конечно, что-то непонятное вылезло, нужно сразу же туда лезть. Опа! Dark Sector. Ластрия, 20 лет спустя, лагерь Возра. Все чисто. Продолжаю обход. Ну и да, я локализацию еще проверял. А вот и наш ГГ. Я не смогу еще раз. Концентрируйся и используй свои навыки. Я думал, что смогу. Назад пути нет, Хейден. Ты уже на территории комплекса. Выбор сделан. Ты уверен, что эта зараза по воздуху не распространяется? Уверен, но даже если и так, твоей вакцины хватит еще как минимум на 6 часов. Давай займись делом. Установи заряды. Затем проникни в здание. Так точно. Так, а вот теперь та самая пауза, о которой я говорил. Все, продолжаем. Так, я думаю, ты даже не заметил, что я там сделал, но глава первая, пролог. Ой, а что такая сенсау? Ну ладно, пускай будет, наверное, такое пока. Привыкать будет. Кстати, хорошо, очень хорошо то, что сенса одна и та же, что в третьем лице, что от, в режиме прицеливания. Ты у нас прыгать, значит, не умеешь, а умеешь только бить с пробела. Ладно. Так, что мы здесь имеем? А, удерживайте Z. Ой, а что, кстати, с разрешением? Что-то как-то с разрешением маленько не то. Сломал? Ну, конечно, надо. Надо же потратить пулечку. Слушай, а с разрешением-то реально что-то не то. Подожди. Сейчас мы... Подожди, что-то не то. Play. Решение 1920 на 1000. Чё с тобой не так? Ну ладно, чё? Ладно. Не подходите и не пытайтесь помочь знакомому, который может быть заражен. Инфицированные цели прочны и обладают улучшенным метаболизмом. Их плоть со временем отвердевает. Требуются решительные действия. Полезным добавлением к вашему арсеналу станет энферон. Для здорового взрослого человека энферон является мягким ирритантом, но у зараженной цели он вызывает паралич и смерть при достаточной дозе. Угу. Ладно, нам тут что-то типа, короче, про инфекцию рассказали, в общем. Который может быть заражен. Инфицированные цели так. Прочны и обладают... А как тут? Да ты чё, на Ctrl это спринт. Обалдеть. Как удобно. Пожалуйста, не смотри на меня. Это не укус, я случайно поцарапался. И пошел такой, пошел, красавчик. Так, пробел установить C4. Хорошо.
Так, С4 установим. В принципе, здесь можно действовать, пробовать как по стелсу. Так и по шумному. Но мы попробуем по стелсу. Как тебя вырубить? Угу. А! А, Z. Я ж не заражен. Че ты пипикаешь? Так, тихо, хорошо. Оп, тихо. Да, единственный минус, что я не вижу, сколько у меня пулечек остается, но в принципе. Ладно, пофигу. Это не настолько важная сейчас информация. Пулечки появляются. Так, хорошо. Там 142 пулечки есть, это хорошо. Дакс. Хорошо. С этими мы разобрались. Так, а как? Ага, на циферку 1-2 пушечки меняются. Хорошо. Да, что-то как-то с обучением. Здесь я как-то сложновато. Тихо. Как? Ага, на контрол мне приклеится. Так. Все, улегся. Ага, перекатик. Спокойно. Мы здесь имеем патроны для пистолета. Хорошо. Так, я думаю, мне еще неоднократно пригодится умение укрываться. Это хорошо, это нам очень пригодится. В затяжных перестрелках. Так, боеприпасы собираем. Боеприпасы нам по-любому... Ну, хотя, в принципе, ну это начало. Я не думаю, что нам вначале прям так люто боеприпасы нужны будут. Но лучше мы их соберем. Чем больше боеприпасов, тем лучше. Так. Есть кто живой? Чё-то, по-моему, мужик с тобой что-то не то. Здравствуй, Виктор. О, слава богу, ты здесь. Он как-то узнал, что я отправил это сообщение. Просто скажи мне, где находится Мезнер. Ему теперь помогают ласрийские войска. Послушай, он пытается проникнуть в хранилище. Если это случится... Ой, как! Дело сделано. Хорошо. Вытаскивать его было слишком опасно. Что если мы занесем сюда инфекцию? Голова раскалывается. Значит, соберись. Если Мейзнер вывезет инфекцию из Ласрии, она распространится подобно чуме. Я просто хочу покончить со всем этим. Тогда найди Мейзнера. Это все из-за него. Пусти ему пулю в голову. Так точно, шеф. Потому что на другого выхода, как я понимаю, у меня нет. Отлично, загрузочка прошла. Мы идем дальше. Перезаряжаемся. Опа! Сразу же батальон меня тут встречает. Патронов, да? Так, ребят, я, конечно, все понимаю, но давайте вы патроны не будете тратить, а я их буду собирать. Оп, тихо. Хорошо. Вот так-то лучше. Ребят, я, конечно, все понимаю, но вы типа, ну... Ребят, ну у вас шансов, ну никаких же нету, ну, камон, алло. Хорош. Что, простите? Вы мертвы? Чё-то не понял. А, меня, наверное, гранату кинули. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я не думал то, что в первой миссии можно сдохнуть. Ну, смотри, как показывает практика, можно. Хорошо. Так. Ты что-то там позишн? Давай без позишн, ладно? Тебе все равно как бы, ну, кран. Ага. Ага, хорош. Так, пулечки собираем. Не, ну, в принципе, главное, что все основное это видно. Я, конечно, по... Ну, застали врасплох.
Ладно. Ой, какие вы уроды, слушайте, а что-то уже первая миссия, уже так потно. Что за бред? Ладно. Тут еще, конечно, разброс, блин, бешеный просто. Отдача у этого калашика. Или что это за ствол, я вообще не знаю. Я потом попробую, наверное, чтобы у меня все адекватно показывалось, типа в разрешении там 16:9 и так далее. Так, один раз попал. А, вот вы где, уроды. Я потом посмотрю, что можно сделать, чтобы было вот это все адекватно, типа отображалось у меня, адекватное отображение, потому что оно... Это, конечно, в принципе, это не помеха, но... Хочется, чтобы было все-таки все ровненько и красивенько, чтобы все было видно, чтобы было видно боеприпас. Скорее всего, какой-нибудь патчик надо будет найти, поставить, но... Я не знаю, посмотрим. Но, скажу заранее, игру я проходил, но проходил ее настолько давно, что я... даже не знаю, насколько я здесь хорошо помню, что как к чему. Но сомневаюсь, что я очень много чего помню, но... Скажу так, то, что управление здесь такое, как бы, кривоватое немножко, ну, назначение клавиш прям, ну, вообще желает оставлять самого наилучшего. Ctrl и что-то используйте, чтобы поворачивать. Хорошо. Спасибо за обучение своевременное. Устанавливаем C4. Это мы ломаем. Это мы забираем. Так, что меня здесь ожидает? Что мне нужно здесь сделать? Вопрос. Так, я так понимаю, это мой босс. Да, первый? Не успел я начать игру, как уже первый же босс. Или да? Да, судя по всему, это мой босс. Так, как... Тихо. Да никогда в жизни, блин, не попадешь ты. Тихо, спокойно. Вообще, мне кажется, игруха заточена под консоли, все дела. Так, где эта вертушка саная? Ага. Может быть, я еще рано вообще сюда пришел? Где ты? Пирожочек. Полная боеготовность. Ага. Да, тут разлет, конечно. Уличек прям знатненький такой. Вылазь. О, вылез, кстати, смотри. Смотри, какой послушный оказался парниша. Я ему сказал, вылазь, он вылез. Топчик. Так, открывай. Ага, за боеприпасились. Ой-о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 й. Тихо-тихо, спокойствие. А, это вертушка. Да, спасибо. Вы мертвы. Не успели начать игру, как уже раза 4 мы примерно с вами прокисли. Замечательно. Да хорош, да хорош. Ну нечестно, вертушка, алло. Фу, блин. Я еще стрелять не помню, как здесь вообще. Тихо. Уклоняемся от вертухи. Дай базуку взять-то против тебя, алло. Шняга. Так. Лови. Хотел проматериться, в смысле, типа. Так, лови. С виду обычная РПГшка, да, но... Это что сейчас было? Охренеть, а с каких пор Dark Sector такой тяжелый стал? Я ж помню, вообще тупо налегке его прошел. Понял. Лови в догонку. Да. В смысле? Так, тихо, боеприпасы дай. Да открой ящик, открой ящик. Ящик открывай. Да быстрее, быстрее.
Камон! Чё это происходит? Слушай, завязывай. Так, мордасы получил разочек. Так, тут надо, короче, на самом деле не стоять на месте, а... Ёптер-тер-тер-тер-тер-тер-тер, тихо. Лови. Ловил? Вроде словил. Лови, жопа. Хорошо, уклонился. Слушай, взорви себя, пожалуйста. Спасибо! С третьей или с четвертой попытки, блин. Фу, жесть. Опа. Какой красавчик. Кто таков? Какого черта? Да ты чё? Посмотрим, как тебе понравится это. Опа! Нормально. Взял такую ракету, развернул. Ну да, здесь типа есть такие фишечки. Что они тебе сказали? Да что ты злодей? Что они тебе сказали, Хейден? Что ты сошел с ума. Но ведь о тебе они говорили то же самое, не так ли? Неуравновешенный, психопат, негоден к службе. И тем не менее они послали именно тебя, несмотря на то, что ты настолько болен. Но я могу вылечить тебя. Давай. Подожди, подожди! Это, черт возьми, ты же заражение. Знаешь, что такое лотос? Настоящая ценность. Такая красота. Отцветет среди грязи и гнилья. Конечно, ты при этом умрешь. Ну уж кто-кто, а ты это заслужил. Может, и заслужил. Dark Sector. Вот такое вот начало. Мы заражены. Прекрасно. Вы открыли пролог. Завершена глава 1. Глава 2. Воздействие. Замечательно. Если я правильно помню, то что сейчас у вояк... пушки против этих зараженных, чтобы зараженные не могли использовать их оружие. И поэтому мне, к сожалению, сейчас будут недоступны автоматики пупсиков. А вот то, что я заражен, это, кстати, крайне плохо. Ой, что-то меня влево покосило. А уж. Влево, вправо, влево, вправо, тихо. Рулим. Да. Кстати, вроде бы, смотри. Я в твоей голове. Да пошел ты, сволочь! Пошел ты! Пошел ты! Урод! Бляха! Как же мне хреново-то! Блин! Заразили демоны какой-то болячкой! Шмотки порвали! Уроды! Марлоу. Марлоу один. Вот три. Мы слышим тебя на канале экстренной связи. Я инфицирован. Тот укол, что вы мне сделали, не действует. Успокойся. Мистер мертв? Может быть. Я взорвал заряды. Вы меня слышите? Вакцина не сработала. Заберите меня отсюда! Я начинаю собирать спецгруппу, а ты пока продолжай действовать. Тебе нужно встретиться с внедренным агентом по имени Ярго Меньшик. Он работает на наблюдательном посту наверху здания администрации порта.
У него будет еще средство от инфекции. Это поможет тебе продержаться, пока мы не прибудем. Просто двигайся на север вдоль берега. Я растерял все снаряжение. Импровизируй. У тебя это всегда хорошо получалось. Вот уж спасибо. Да. Больно. Сдохни, тварь! Лобысь. И появилось оружие. Нашел его. Опа. Хороший кадр, мне понравился. Разрешите представить, это наш друг Глефа. Глефа — это зрители. В общем, короче, этой штукой нам теперь вырубать абсолютно всех и каждого. Пока у нас не появятся пулечки на пистолет. Только есть один нюанс. Я не помню, как Глефой кидаться. Так, метание Глефы. Нажмите, удержите С, чтобы метнуть Глефа. Ага. Значит, нам тупо спамить кнопку С. Лови. Выдвигаюсь на позицию. Да ты чё? Да ты чё? Ну-ка, добитие есть, да? Ну-ка. Опа. Минус ручонка. Короче... Смотри, первым попаданием Глефы мы вызываем добивание. Вторым попаданием Глефы мы уже убиваем. Отлично. Но все-таки напоминаю про один нюанс. Армейское вооружение оснащено сенсорами инфекции. Это оружие будет уничтожено взрывом, видишь? Поэтому его нужно немедленно выкидывать, чтобы... Чтобы не взорваться. Так. Это у нас местная валюта. Хорошо. Отлично. Так. А теперь вопрос. Как мне забраться наверх? Потому что там явно есть ящик. Там, по-моему. Или... А, подожди. Глефа. Мне... Или она пока не может? Блин. Я не знаю. Я не помню. Ладно, пойдем пока дальше. Пойдем пока дальше. Посмотрим, что там будет у нас. Так-то. А, подожди, здесь же вот же подъем. Поднимаем. Подбираем. Пистолетные патрончики в количестве 20. Так, Глефа я пока... Ага, это просто быстро зашурун. Так, это бабос. Так, бабосики. Бабосики нам, кстати, пригодятся. Если я правильно помню, здесь, по-моему, модернизации. Да-да-да, вот я же здесь могу приподняться и забрать еще пулечки. Прекрасно, отлично, хорошо, продолжаем наш путь. Так. Вопрос, вот сюда, значит. Лови. А, она не долетает до него. Сейчас придется... Пулькать немножко пистолетиком. Так, 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 так. Заткнись. Заткнись. Минус. Выдвигаюсь на позицию. Заткнись. Минус рука. Прекрасно. Так, подбор предметов. Прицеливайтесь на удаленном предмете, сжав правая кнопка мыши, затем С. Ага, новые способности пошли вот так вот сразу, так быстро. Так, вот оно, обозначение пошло. Ты не понимаешь, изменений не... Взрывчатка С4, обычная армейская пластиковая взрывчатка. Используйте ее для подрыва металлических дверей. Спасибо. Так, он говорит, что мне изменений не избежать. Блин, это, кстати, плохо.
Пик-пик. А, это типа... Угу. Вот он еще. Хорошо. Хорошо, прекрасно. У нас теперь Глефа умеет таскать шмотки. Так, это у нас что такое? Темп стрельбы. Увеличивает темп стрельбы. Технология... Технология оружия времен Холодной войны разработана в научном центре ВОЗРа. Улучшить оружие можно на черном рынке. Спасибо. Черного рынка у нас еще нету в доступе, к сожалению, но... Засада. Это загрузка уровня. Это что такое было? Да я упал, блин. Подумаешь. Ты чё, гнида? Так, нужно дыхательное упражнение. Угомонись там. Да в смысле? Ты не умер. Другое дело. Экономим. Патрончики, пулечки, пулечки экономим, потому что пулечек мало. Подожди, ты с чем? А, ты с дробовиком, я понял. Так. Дайте, блин. Дай мне денежки. Так, это понимаю, С4. Нет, это боеприпасы. Хорошо. Так, продолжаем. Блин, у Глефа ограниченное действие, к сожалению. Группа А, мы нашли его. Да. Ой, хороший хедшот. Выкурите крысу. Сообщите Мерсеру, что мы засекли цель. Ага. А Мерсер и так, скорее всего, знает, где я. Так, они какой-то газ. Тут же ж не взрывные гранаты работают, а газовые гранаты. Так, этот прихлобучен. Ой-о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 й. Всё, что это? Слушай, мне тоже интересно, что это за... Чёрт возьми. Чё? Ух ты, ё! Так, до свидания. Ох ты, ёптер! На тебе! На тебе! Успокойся. Так, а мне с этим как драться-то? Алло. Я, конечно, все понимаю, но как мне с этой штукой драться? Очередной босс, блин. На нафиг. Так. Штука, как тебя убивать? Ой, я перепутал кнопки, потому что по привычке так-то. Так, я буду в нее тупо глефой кидаться тогда. Надеюсь, тактика мне принесет успеха. Угу. А ты кто такой вообще? Чувачок, алло. Так, тихо. Глефу можно кидать без прицеливания. Это, кстати, очень хорошо. Тихо. Блин, покоцал, зараза. О, по-моему, сейчас двойным ударом его сделал, кстати. Ну, то бишь, когда Глефа возвращается, то бишь, она тоже же наносит урон. Чувачок, а реально, как мне тебя дубасить? Босс. Спокойно. Лови мордасы. Ну, скорее всего, мне тупо глефой в него кидаться надо. Так, там что-то произошло. Ага.
Все, отлично. Значит, по скрипту я его там надамажировал, так как следует. И он убежал. Блин, не люблю скриптовых боссов. Блин. Блин, ты... Ну, такое. О. Глефа, еще можно кнопки нажимать. А че? Удобно. Так, это потрошки. Перезаряжаемся. Хорошо. Так. Открываем ворота. Так, кто живой у нас есть? Нету? Ломаем. И открываем. Зелен. Вы открыли воздействие. Отлично. Глава... Это глава 3? Нет? Да нет, да нет, нет. Ладно. Пока идем дальше тогда. Глава 3. Получение багажа. Так, это мы забираем. Это мы забираем. Отлично. Так. Что мы здесь... тут, по-моему, еще же есть зараженные. Я так понимаю, да? И значит, мне еще придется рвать жопу не только же воякам, но еще и зараженным. Ага. Прекрасно. Ой, тихо. Ну, целых 3000 нашел. Замечательно. Это, кстати, очень пригодится нам. Так, сохранение, отлично. Сохранение прошло. Ай. Ай. Так. Патроны дай мне. Какая сволочь в меня стреляла, ты? Прикройте меня огнем. Ни хрена ты живучий, чел. О, другое дело. Все. Супер. Так, выполняем дыхательное упражнение по восстановлению здоровья. Выполнено. Даем разрубающий, подбегаем. Добить. И добить. Замечательно. Добиваем. Так, ты кто такой? Да ты чё? Добиваем, быстро возвращая Глефу. Все. Лобысь. Режем. Этого тоже вырубаем. Кто там посмел по мне пострелять? Ты посмел пострелять, да? Да я сильнее все равно, чувачок. Я же зараженный. Алло! Что с тобой не так, чел? Так, отлично. Силовой бросок. Чтобы выполнить силовой бросок, наносящий в 4 раза больше урона. Удерживайте С, а затем отпустите, когда прицел изменится. Это, короче, вот такая вот тема у нас. Отлично. Хорошо. Что-то наша Глефа как-то чересчур очень быстро раскачивается. Да. Кстати, гранаты появились. А как гранаты кидать? Группа Д, повторяю, отступайте к порту. Используйте антирон и отходите. Так, стоп, что-то... Мне кажется, оно меня укусило. Ага. Все мертвы, они за мной сли... Метка снижает отдачу и разброс при стрельбе. Технология оружия времен холодной войны, разработанная в научном центре ВОЗРа. Улучшить оружие можно на черном рынке. Все. Прекрасно. Почему они не нападают? Так. Угу. Если я правильно помню... Периметр прорван. То эта штука вообще ваншотит. Так. Да, эта штука ваншотит. Прекрасно ваншотит. Чётенько. Я читак. На нафиг. Хорошо. Ёпта. А как гранаты кидать? А, на Q. Ложись! На нафиг. Как они сюда попадают? Выдвигаюсь на позицию. Да это все я. Так. Минус. Лови. Ой, зацепил.
Чё? Чё происходит со мной? Алё? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Чё-то было, кстати, это, по-моему, неприятное. Лови. Успокойся там, блин. Наваливает он. Настреливает, настреливает. Чё и разорался? Отключите питание лифтов. Так, с тебя долой. Пожалуйста, на помощь. А, это вот оно, что меня... Это вот оно, что меня гасит, видимо. Они же меня газами травят, сволочи. Хорош. Так, тихо уклоняемся. Ага, там. Значит. Чё ты там запрашиваешь? Ничего ты не запрашиваешь. Все, ты умираешь, чел. Так, туда лимонку закинем, пожалуй. Отлично. А, вроде бы все. Теперь можно спокойненько пройтись, пролутаться. Посмотреть, что тут есть, чего тут нету. Да-да-да, немедленно сообщите медицинскому работнику. Да-да-да-да-да. Так, с этим разобрались. Отлично, вообще в мясо его порвало. Прекрасно. Теперь вопрос, куда мне идти? Блин, ну бег здесь, конечно, сделан под максимально отвратительно. Мне не нравится. Очень не нравится. Очень отвратительный бег. Мне сюда? Нет. А куда мне идти? М? Куда мне идти? Ну хотя, тут проход, видимо же, ну не зря же открыт. Да нет, не сюда. Куда идти-то, аля? А куда идти? Серьезно. А, может быть, к этой двери надо было подойти? Нет. Прошу прощения, куда идти-то? Алло? А, ну... Куда? Вот сюда вот нам надо спускаться вниз. Спасибо. Текс, что мы тут имеем? Канализация, шахта канализации, я понял. Опа. Опа, чё? Так. Ага. А тут лестницы-то нету. Так. Так, если я правильно помню, то вот эта хрень может наэлектризоваться и открыть мне вот эту дичь. Да. Обстакановка прекрасная. Так, заряжаем нашу глефу, теперь она у нас... А как меня током, кстати, не бьет? А? Вопрос. Сохранение. Ладненько, давайте, наверное, уже продолжим в следующей серии. Обязательно оставляйте свое мнение об этой игрушечке. Ну а пока что, ребятки, всем спасибо за просмотр. До новых встреч!